Всем привет-привет, и сегодня у нас очередной обзор халявы. Первая игра у нас это For the King. Сложная смесь стратегий, пошаговых боев, элементов роуг-лайк. Каждое прохождение уникально благодаря процедуре генерации карт, квестов и событий. Исследуйте пару в одиночном и кооперативном режиме по локальной сети или интернет. Игра довольно-таки интересно выглядит. Как вы видите, персонажи своеобразны. Но сегодня гвоздем программы у нас является не эта игра, а все-таки игра, которая раздается не в Epic Games, а в Steam. Перейдем же туда. Тут мы видим игру, которая сподвигла меня сделать этот ролик. Это Total War Shogun 2. Седьмая игра в серии Total War. Это пошаговая стратегия с боями в реальном времени. Мы сможем погрузиться в Японию 16 века и поучаствовать как в боях на суши, так и в боях на море. Добавляйте игру, кого заинтересовало. Кому был полезен выпуск, поддержите лайком, комментарием, подпиской. Кто еще этого не сделал. Также, чтобы не пропускать ролики, прожимайте колокольчик. И на сегодня у меня все. До новых встреч. Пока-пока.